17 лет он говорит, лезьте предпорезательно. Он пал на нежную идею, но внезапно его судьба меняется. Князь, архиепископ, его покровитель умирает, а власть захватывает ужасный кавалер.
Я объявляю вам о закрытии Национального театра Зальцбурга. Поэтому, молодой человек, вы можете распрощаться со своими призрачными мечтами о поколении немецком. Теперь вы будете делать только то, что я вам приказываю. Папа, это золотая клетка, нужно уезжать. Жаль, невозможно, но на ней я кусаю. Меня уволили. Тогда я поеду один. Один? Нет, один ты не справишься, это невозможно. Папа, пожалуйста, у него получится. Я сказал нет. Хорошо, Ольга, ты поедешь с матерью, но береги ее, ведь она вся моя жизнь. И сам устройся как можно раньше, ведь музыкант без места, это шут, презираемый всей. Конечно, конечно, папа, спасибо, папа, я люблю тебя, величайший Ольга, я вам твой отцов, папа! Я так рада за тебя работать! Я еду, еду! Ненавидеть.
Как ты меня не понимаешь? Что? Он пойдет? Ты сказал,
совесть. Медленно, 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 мед
Did you want to buy it? 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 Thank you.
Les choses et causes
Je suis pour un peu sans les doublettes.
Ваше Величество, позвольте мне представить вам господина Штефани. Он собственноручно написал либретто оперы. Господин Штефани. Похищение из спирали. Какое забавное название. Ваше Величество, речь идет о спектакле в турецком стиле. Действие происходит в горении машин. И вы полагаете, что это подходящий сюжет для исполнения в национальном оперном театре? Да! То есть нет! То есть да! То есть нет! А почему бы и нет? Ваше Величество, это очень смешно, очень забавно. Клянусь честью, там нет ничего непристойного. Совершенно ничего. Текст полон, но лучше немецких композиций. Клянусь вам, Ваше Величество. Ну что ж, хорошо. И кому вы собираетесь доверить написание музыки? Я обратился к Вольфгангу Моцарту. Он молод, но вся Вена говорит только о нем. Я заявляю, что собираюсь написать оперу на немецком. Да, я надеюсь, вы согласитесь. А что думает наш переборный композитор? Второй сценарий, а что скажет? С помощью этого, Ваше Величество. В детстве на одном из его концертов на сцену выбежала кошка. Кошка? Кошка. Юный Моцарт способен бросить животным. Забыл про зрителей и про концерт, который мы играли. Рассерженный отец призывал сына вернуться к инструменту. На что Моцарт ответил, что клавесин никуда не денется. А вот кошка может убежать. Ха-ха-ха! Это очень забавно. С помощью. Но бесконечно далеко. Тем не менее, нужно учитывать, что он юг и опыт. Полношные одаренные. Решено. Выбираем Моцарта. Розенберг. Да, Ваше Величество. Вы как директор театра позаботитесь об этом. Непременно, Ваше Величество. И вы будете отвечать за постановку. Как скажете, Ваше Величество. Ну, а теперь определим дату премьеры. Шампанское подается в розовый зал. Спасибо. 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 Мама, я же зашла. Какая разница?
Thank you.
I'm not afraid.
возьмем увертюру. Да чего же она божественна и прекрасна? Ударь мне! Да! Да!
Что это за вас? Мы с вашим личным проститом? Мы всего лишь хотели следовать вашему желанию? Моему желанию? Да что вы говорите? Прекратите все это! Стоп! Остановитесь, пожалуйста! Дело в том, что господин директор театра Эзенгер запретил играть в музыку, потому что вы не переносите балет в своем театре. Розенберг, что это за чушь? Ваше Величество, я всего лишь напоминаю, что опера прекращена постановка балета. Вот и все. Так кем она прекращена? Я хочу видеть и слышать этот балет. Все ясно? Савельев, ну что за безумие? Ваше Величество, это не кажется. Ну, Савельев. Довольно. Савельев, есть. Господин Иванович! Да, господин Савельев! Будьте добры, верните вашу музыку. Конечно, господин Савельев! Благодарю вас, господин Савельев! Грация! Yeah.
господин Моцарт. Кто вы такой? Не задавайте лишних вопросов. Тот, кто меня прислал, считает нас самым талантливым композитором. Что он хочет? Он хочет, чтобы вы сочинили зов покойную мессу. Здесь 100 дукатов. По окончанию получите столько же. Трудитесь со всей тщательностью. Заказчик. Настоящий ценитель музыки.
Стас. Опять этот призрак в сером плаще зовет меня за собой. Где? Вот, стоит. Лица не видно, но каждый раз все ближе. Ты настойчив. Стас, видишь, он там. Thank you.
Кристина Балабанович, Марина Сподрина. Егор Сафронов, Анна Карелина. Александра Пандикова, Роман Терехин. Алексей Пева, Юлия Марикова. Марина Пева, Илья Колязинский. Ирина Белова. И режиссер Дмитрий Смирнов.